Всем привет, это приемный газ. Привет. И сегодня мы решили записать что-то страшное. Что еще нужно людям, кроме как страшилки из 16-го года, фигня. Сейчас 2020-й, все норм, мы записываем Neverending Nightmares. Да. English very good. Ночные кошмары, да? Некончающиеся ночные. Конечно. Ну, давайте играть. Конечно же, сначала узнаем историю ночных кошмаров. Узнаем историю чувака. Страшно. Девочка. Мишка упал. Ну, в общем, что мы видим? Как мужчину ходить? Ой, я хожу. С явно странными снами, у которого черно-белая квартира. Это черный властелин, ты че? Тогда почему он белый? О, а там девочка на картине. Это он грохнул во сне. И там какой-то мужик на фоне. Ну ладно. В общем, какой-то дед. Должно еще быть какой-то дед. Очень страшно. Дед сидел. Ё-моё, не видно, где она. Полезли в шкаф. Ой, нафиг шкаф. А, шкаф. Я думала, это не шкаф. Давай переоденемся, в чём мы ходим. А как? А, в шкаф нельзя залезть. Не, а как заходить? Как заходить, когда просто... Нет, тут что-то надо нажать. А что надо нажать? Что-то не помню, правда. О! Нужно просто разобрались. Туда пошли в шкаф! О, какой-то бомжара там бьется. Камни бывает. Нет, шкаф... Нельзя. Нельзя в шкаф. Он говноед. Ну как так-то? В общем, мы проснулись, как я понимаю. Как мы назовем этого мужика? Пусть будет Стив. Я тоже об этом подумала. Пошли в дверь. Мозги. Ёма, помыться надо. Сходи в туалет. Садись. Садись там. Ну да. Ну садись, чел, давай. Ну давай, ну что ты, он стесняется. Пошли, помоемся. Давай в зеркало посмотрим. Посмотрим, как пошли в зеркало. Может, ну посмотри, какой ты красивый. Ну чё ты? Не хочешь смотреть. В окно посмотри, не знаю. Чё, ну чё ты как этот-то? Вообще ничего не от него две тени. Ещё и босиком да. Ходишь. Что за чел вообще? Нормально. Ём, а здесь так и было? А чё здесь так? Кто надымил? Ты. О, там какой-то висельник он на картине. Какой-то чел, что-то не... Интересно здесь творчество. Чисто. Опять это... какой-то дед. Стив, это ты нарисовал? Конечно, все. Художник. Ё-моё, страшно так. Идем. Ну, какая-то баба. Чисто страх ходим. Без лица. Ё-моё, кто бросил картину? Нет, картина. Кто картину бросил? Поднимай. Поднимай, ёпта. Ё-моё, а чё так страшно? Это Стив. Это семья. А, походу его сестру убили, да? Я так понимаю. Ему приснилось, что... Убил свою сестру. Он убил? Нет, ему приснилось это, как я понимаю. Ну, не факт. Тут дождик на картине. Вау. О, миску. Миску. Жрать. Миску. Чемодан-то можно открыть? Ём! Какой мужик. Пошли в дверь. Вот, кажется, там продолжение картины. Девочка за ней стоит. Дружелюбный мужчина с топором. Ё-моё, сколько книг. Стив, ты хоть читал все или для прикола тебе рисовал, чтобы умным казаться? Что, рисовал? Книги рисовал? Читал, глухнясь. Нажми. Ой. Это латынь? Тут можно листать? Тут нельзя даже листать. Стив умеет читать на латыни? Неплохо. Стив ведь... Выходи. Не целуйся со стенами этим. Занимается у нас другой товарищ. Как звали этого мужика? Итан? О, а здесь какая-то дорога и пирамида? Что? Что за бред? Дорога и гора с рекой. Да пирамида. Смотри, на пирамиду похоже. Открывай дверь. Ё-моё, что это? О, кровать. О, давай, мы... спи. Это мы пришли... Нет, это не наше. Это мы пришли это не к еще такому-то. Ё-моё! А что там так темно? Это чёрный властелин. Я не хочу туда идти. Ой, какой-то чел.
Чел, здорово. Пошли в темноту, чё ты? Пошли. А, это шкаф еще один, по-моему. Его не видно, ну мы ладно. Не пойдем туда. Пошли в дверь. Ё-моё. Какой дом огромный. А можно в окно посмотреть? Нет, нет, там страшно. А чё, Стив? Ну, что с глазами не так, по-моему. У мужика явно проблемы. Ну да, конечно, тогда тебе снится, как ты можешь. Ё-моё, страшно. Посмотри. Просто птица фигурная в окно. Ну, бывает такое. Чему? О, столовую. Сейчас пожрём нормально. Почему Стива все черно-белое? Он не любит других вообще цветов. Он сам тоже... Да сейчас ночь. Так тут огонь как бы. Тем более это на ночной кошмар. Походил по раням все, что за человек? Ё-моё, чё? Жрачка? Можно покушать. Не надо. О, топор. Тут явно кто-то занимался готовкой и не убрался. Причем только что. Там чесночок висит. Нормально так. А суп нам не оставили, что ли? Все сожрали, вот пидорасы. Ненавижу таких людей, которые все жрут и не оставляют. О, дупла! Эрвина, ё-моё. Куда ты босиком ночью пошёл? Ой, тупой чел. Ночью ходят, кто по... Знаете, дети, ночью нельзя выходить, не знает куда. Ночью ходят только кукут, Шикишима и Эрвина. Вы никого из них не знаете и лучше не знаете. Поэтому не ходите, дети, ночью. О, Брюс, ё-моё! Александр Брюс. Что за... Почему чувак живет рядом с кладбищем, больше здесь никто не живет, чисто? Кстати, погода, судя по всему, где-то... А, нет. Там кто-то стоял? Не показалось. Ну ладно. Ё-моё! Босиком ходит дурак какой. Откуда здесь свечи? Что ты делаешь? Габи нет. Габи нет. Ё-моё! Проснулся. Еще что спишь, ты же обещал, что мы позавтракаем вместе надо. Что? Давай, Стива. Все в порядке, ты как будто расстроен. Извини, мне только что приснился ужасный кошмар. Мне снилось, что ты умерла. Глупенький, со мной все в порядке. Кроме того, ты обещал, что не допустишь, чтобы с твоей сестрой что-нибудь случилось. Не достали болтать. Мы были детьми. Ну твою... Да, попытайся... А, это я говорю снова. Да какая разница, что там говорится? Это наша сеструха, все нормально. А она сказала нам спать, мы пошли гулять. Ну, пошли за ней. Сеструха, подожди, нам надо обсудить. Читаем мы, конечно, будто из первого класса, что выпустили. Ну, какой-то усатый дед. Ём, опять какие-то виселицы. Что такое? Где сеструха? Она только ушла. У нее есть спид. Потому что у нас вот явно спида нет. Посмотрите, здесь ванна, да? Мы двигаемся. Нет, здесь не ванна. Здесь не ванна. Здесь спальня. Это должна быть спальня сестры здесь, типа, наверное. Или гостевая какая-нибудь. Ё-моё, это что, подвал Сосана, да? Страшно. Пошли в подвал. А, это же тут подвал, помнишь, да? Мы уже пытались прохождение, и получалось не очень. Ну, сейчас. Ё-моё. По-моему, нам нужно взять свет, не находишь? Давай! Что? Мы умерли? Ты повелочил? Да, кажется, мы умерли во сне. Жалко. Может, пойдем вперед попробуем? Пошли вперед. А, далеко не ушли. А. Кто здесь? Зубы кровоточат, надо это... Ё-моё. Стив, скоро всех зубов лишишься, надо к врачу идти. Уходи! Проблемы с дверями. О, черепушка. Еще какая-то птичка. Петь, да что такое-то? Мрачно тут как-то все. Давай в дверь входи.
Так мы же там уже были, это спальня. Ну да. А вдруг все поменялось? Я на всякий случай, да, надо проверить. Вдруг обокрали уже. Так, в подвал мы не идем. Да, там темно, и мы просыпаемся. Тут еще темнее, отлично. Что может быть? Ё-моё, пошли в заколоченную дверь, что ли? Откройте, это мой дом. Там тоже темно, ну ладно. Тут сестра уже успела дверь закрыть, чтобы мы не шлялись на улице ночью. Какая заботливая женщина. Чё там? Какая-то херь. Опять мясо. А когда страшно-то будет? Пошли в дверь. Когда бояться? Ё-моё, мне уже страшно, я не люблю куклу. Еще одна комната. Ну, у них большой дом, хотя гости явно к ним не приходят, судя по тяжелому состоянию Стива. Здесь уже пришлось толчок. Толчок заняли. Извиняюсь. Сейчас мы уходим. Мы уходим. Ё-моё, что так страшно-то? Что тут происходит? Сколько... Нафига столько кукол кому-то? А почему? Это кукла Стива, я уверена. Это закрытая почему-то. Ну ладно. Стива явно нет девушки, поэтому... Зато у Стива есть кукла. Может, у твоей сестры? Ё-моё, где мы? О. Надеюсь, это не мы. Ё-моё, там кровь. Пойдем в черную темноту. Просто кого-то казнили прямо на часах. Че, куда ты идешь? Дурак, что ли, совсем? Че, головы лишились? Часы, кто, блин, че так свет так мало дает? Ё-моё, это что было? Я думаю, это был кукол-то. Какой-то чел. Чё так темно, серьезно? Какой негр в шопе, блядь? Просто на самом деле мы уже давно находимся у негра в шопе. Ты не находишь такого? Вполне возможно. Так, где мы? Чё, кругами ходим, что ли? У меня возникает столько ощущений, что да. Лё, какой красавчик с вином там на картине. Стив, это ты в молодости? Ё-моё, по-моему, у него реально девушки нет. Страшно. Может, он просто занимается шитьем, что ты сразу на пацана-то? Ух ты, чел, чё это начал? Получается же 19 век. 19? Да, 1800 год там. Ну, на могилах было, либо там... А, да-да-да. Там было 18-й, 19-й. То есть мы, как я понимаю, молодой дворянин. С сестрой поживем. Молодой дворянин, Стив. Там бухло было. Оба. О, свечка. О, сейчас подвал пойдем. Теперь осталось только найти подвал. Так, я не помню, где. Я тоже. Ну пока не... О, хоть светло стало, хоть дым разогнали. Пошли сюда. Ё-моё. Ой, это мы. А чё мы мёртвые? Так, сейчас дай перевести. Мой бог, почему ты наверное, оставил меня? Forsaken me. Forsaken. Ё-моё, где Google переводчик? Иди пока, сейчас я узнаю. Forsaken. Просто Стив клонировал себе и убил своего клона. Может, это не Стив, а Эрин всё-таки? Ё-моё, это даже прическа похожа! Мы будем звать его Эрвином Смитом из «Атаки Титанов», вот. Какие-то вороны еще нарисованы. Мы наконец-то покинуты, вот. Ну да, покинуты. Смотри, мы убиты в то же место, как мы во сне сестру убили. Еще вот у нас бухло валяется, нормально. Так, вот бухло можно и забрать. Не забирается. Обидно, зато у нас есть свечка. Идем в подвал. Ё-моё! Кто выключил свет? Суха, наверное, думала, что мы спим и... Ё-моё! Сестра! Ты... Вы шо? Нас пугала. Так, это был первый скример, если я говорю. Очень страшно. Страшно. Мы должны помочь вот Эрвину. Ё-моё, да хватит! О, опять бухло валяется. Вот Эрвин...
парень хороший, мы должны ему помочь. Ну, у него охуительные планы. Я думаю, он выживет к концу игры. Если это действительно Эви, надеюсь, это не ребенок. Ё-моё! Было бы страшно. Интересно, от кого? О, вот тоже похож на Эрвина. Да что, кто опять бегает? Кто-то бегает по улице. Так, ну вообще надо наконец-то найти... Докуда? Найти подвал. Подвал должен быть где-то здесь рядом. Поиск, чисто в поисках подвала. Сосану, помоги нам! Сеструха, по крайней мере, отстала со своими... Сеструха отстала? Со своими явно странными предложениями. Так мы из темноты вышли, вот она и отстала. Отстала. Вот, где-то тут, да, вот. Ну все, Эрвин, пойдем. Эрвин всегда хотел идти в подвал, в итоге мы придем его в подвал. Надеюсь, нас там опять не убьют. Пожалуйста, не бейте. Чё ты такой медленный-то? Ну, некуда спешить, чувак. Вот он как свечку носит. Ты посмотри на это чудо. Одной рукой чисто. И чё, нету тут ничего? А, топор. Хорош. Возьми топор. 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 Молодец. О! Слышь, кто зачем? Ой, дурак! Ой, дурак! В смысле? Как зарубить кого-то? Ё-моё, ты чё, дурак? А что ты делаешь? А рубить идем. Да ты дурак, что ли? Он вытащил провода из своей руки. О, топор! Наконец-то. Все, это перестало быть хоррором. Сейчас Эрвин объяснит сестре, почему не нужно его преследовать. Куда идти-то? Ну и сначала ванна появим. Мне кажется, она должна быть... Если это ванна. Ты не туда, ванна не в той стороне. Шизофрения. Ну здесь все так же. Здесь то же самое, да. Какой ты медленный. Нам надо выбить доски, я поняла, и выйти на улицу. Вот зачем. Да, наверное. Ну что, нужно? Цель этой игры выйти на улицу? Ё-моё, свет похлопухает. А можно здесь бегать? Вот! Ё-моё! Так, Эрвин, давай. Я знаю, что ты никогда по жизни не бегал, но держись, пожалуйста. Да ё-моё, Эрвин! Да он умер! Давай, а здесь, беги. Кстати, без разницы, по-моему. Что без разницы? Типа свет потихоньку за нами включается. Когда у нас какая нет... разница? Лучше что бежать не придется. Ё-моё, я думал, где... Страшно. Проблема с... Да блин, давай быстрее, а! Ё-моё. Нет. Вот на физру он точно не ходил в школе. Давай! Ё-моё, ещё! Давай, соберись! Бей! Только топор не сломай! А, мы, я думал, мы идем на улицу, мы идем наверх. Окей. Хрен знает он. Ё-моё! На чердак какой припинулась. Какой огромный дом. Сестра, ну ты чё? Давай, зарежь её. Сейчас она откроет глаза. Естественно. Ё-моё! Чё ты допустил ты домик? Так, топора нету? Чей топор украли? Что вообще? Дом запущен. Можно зайти? Ну, блин, как наед. А как дом-то оказался? Эрвин соснул настолько надолго, что дом успел развалиться. Заходи. Картины все попадают. Что так вообще? Зато игрушки все солдатики. Только мужики остались. Да. Ты ж сколько надо было спать? Ё-ма! Уже... толчок украли! А, нет. Нет. Ну ладно. Если бы толчок украли, все было бы совсем плохо. Ё-ма, опять это кукла? Нет, ну тут все еще осталось. Ё-моё, страшно-то как? Уйди отсюда. А вот и куклы. Ну, остались все еще, все не так уж и плохо. Только их меньше стало, ну да ладно. Так, куда идти? Пошли налево, мы в прошлый раз, по-моему, направо шли. Ё-моё, какой мужчина. В очках, ё-моё. В пижаме.
Блин, на самом деле сама идея прикольная. Попасть в нескончаемый кошмар, но это очень жестко. Типа тебя кидают. Ты... По-моему, здесь тоже походили. Да. Тогда пошли направо. Мы, походу, круг прошли. Дед, представь, тебя кидают из одного кошмара в другой, и ты никак не можешь проснуться. Это жизнь. Да, блин, беги, все, достал уже ходить. Тут какая-то тема. Бежи. Он еще хуже, чем ходит. Опа, 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 опа. Ё-моё, мы сейчас, походу, от кого-то... Так, можно сразу мы попробуем спрятаться и посмотреть, нет ли никого? Все, спрятались. Посидим. Да нет там никого. Нет никого. Ой, вернулся. Куда ты вернулся? Дурак. Назад я вернулся. Зачем? Хороший вопрос. А кто за нами будет гоняться? По-моему, какой-то жирный чел. Если не ошибаюсь. Опять подвал, на что такое-то? Да... да ну нафиг этот подвал. Но все равно нету типа свечки, да? А что темно. Мы не пойдем к Сасану больше. Ничего. Наверное, нам нужно увидеть что-то в подвале, обосраться, побежать назад и спрятаться в этом. Вполне возможно. Пошли в подвал. Давай, беги, ёпта. Куда ты? Куда, мужик? Туда. Куда? Туда. Оп, потихоньку, потихоньку. Ничего не видно, он аккуратнее. О, как светло в подвале-то. Мне кажется, сейчас надо будет убегать. Фактет маньяка там чисто висит. Пошли в дверь. Есть кто живой? Ё-моё, паутина, всякое говно какое-то. Ты видео намагнула? Нет. Тут уже куклы молятся. Так мы ее уже видели. Ё-моё, тут вообще без глаза. Походу. Ладно, вот теперь становится немного жутко. Пошли сюда. Готов признать. Ну вообще, ну... А чё такое вообще? Вообще кошмар какой-то происходит. Этот куда мужик ты? Просто без страха. Страха нет. Так это же Эрвин. Да блин, когда за нами уже кто-то погонится-то? Вот тебе только этого и надо. Да чё? Куда мы бежим? Мы, кажется, начинаем не заплутать в этом доме. Мы уже заблудились. О, нормальная картина. Опять эта монашка. Господи, боже мой, страшно. Молись за нас. Ё-моё, пошли сюда. Не, нифига. Куда? Так там нифига нет. Я заранее это поняла. А вдруг там топор опять стоит? Мы не увидели. Надеюсь, нас не грохнут хотя бы сейчас. Опять шкаф. Мы типа круг прошли опять? Или чё? Посидим, будет полезно. Ну, сидим, пердим. Ё-моё, страшно! Ё-моё, это гигантский младенец-мутант. Достойно. Так, тут как-то надо придумать, как его нам обхитрить. Надо дать, чтобы он прошел. А куда? Подожди, давай посмотрим, с какой частотой он ходит. Так он только по вот этому коридору походу ходит. Тогда нам надо, чтобы он ушел туда, мы вылезем и побежим. Ё-моё, что ты нюхаешь? Иди отсюда. Иди отсюда. Это просто... Орин очень странные сны у него. То он сестру мочит, то он вешается. Нет, ну это еще можно понять. Младенец, мутант, это, по-моему... Эрвин не любит детей. Это драка! Кока, кстати, тоже говорит, что он не любит детей. Так, ладно, сейчас приготовились, сейчас будем бежать. Почему вы не любите детей? Они же такие милые дети. Всё, вылезаем! Эрвин, беги! Shift! Куда бежать-то? Так, чуть-чуть передохнем. Да ну нафиг. Передохнем. Давай в подвал. Подвал? Мы убежали уже от него. А, ну тут больше некуда. Чисто младенец и мутант. Это разбомбленный дом. Ну, чисто жизненно, знаете, вот заботите семью, у вас ребенок просто. Дом раз в говно чисто. Открывай дверь. Ё-моё, опять страшно.
Йо, Майда, что ты делаешь? Ясно. А там, там есть проход? Нет, это проход. Камин. А, ты, а, я думал, это про камин. Нет, это да, можно ли залезть в камины? Ну, то есть, тебя вообще, ну, не, он просто безэмоциональный, его ничего не волнует. Похрен. На все и вся. Пошли. Надеюсь, мы сейчас опять по младенцу не пойдем. Да что тут, ничего не видно-то? Что не видно? Ну, дымили, блин. Вейпер ебаный. Черный дым какой-то, ебаный, страшно. Ёма! Прячемся! Так, я бегом туда. Прячемся. Придет? Не придет? Так, пока никого нет. Нет, пока. Пока что. Да, ну можно идти, типа никого нет. Я боюсь. Да что ты не ссы? С нами Эрвин! Он, правда, не умеет бегать, да и вообще мало чего умеет в этой жизни. Так, так, садись! Так, пацаны, извините за громкость разговора, но что-то мы начинаем нервничать. Там музыка еще тут напрягает. Но это ничего не слышно. Ну там вроде проход есть. Ну пойдем. Пошли. Вот сейчас, по-моему, 11 будет. Нет? Так, беги, но аккуратненько, отпускай. Пошли сюда. Опять. Пошли отсюда. Уходим отсюда. Подвал. Что такое вообще? Какие-то подвалы постоянно. Что-то... Тут 20 подвалов уже. По-моему, уже под... Это подвал в подвале. Даже Сосона до такого не додумался. Настолько любит подвалы, что у него в подвале находится подвал. Пошли в дверь. Так, уходим из двери. Уходим из двери. Давай, беги. Так, не переусердствуй. Нормально. Потом у нас остановится и нас грохнут. Нормально все. Останови... Ты слышал? Ё-моё, бежим! Давай-давай-давай! Ё-моё, страшно. Бежим скорее туда. Нажимай! И он вообще так, знаете, спокойненько двери открывает, типа, вообще. Куда мы торопимся? Давай, что типа... за чёрная жужжа? Ёлка! Так, ну что, я предлагаю на этом остановиться. Да. У нас тут аж даже по мне клавиш вылезла. Ну, в общем, игра страшная. Мы обосрались. Эрвин молодец, ему вообще насрать. Мы переживаем больше, чем он. Ну, пацаны, что, это будет наш третий видос уже на канале. Мы растем, вы досмотрите. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Комменты! А мы будем стараться, что есть силы. Да. Мы не умеем стараться, мы не умеем делать вещи нормально, но для вас мы будем это делать. До связи, пацаны. Пацаны! А главное... Главное? Не до половой!